წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან იშვიათ Это редкий случай, когда глава государства, не входящего в Евросоюз, может выступить с трибуны Европарламента. Михаил Саакашвили выступит с речью в Страсбурге 23 ноября в 12 часов по европейскому времени. Затем президент Грузии встретится с председателем Европейского парламента, а также примет участие в совместной пресс-конференции и официальном ланче.